Что такое? О боже, у моей деточки проблемы! Нет-нет-нет, надо ее найти, она в опасности! Дорогуша! Стоп! О, я чуть до смерти не испугалась! Помада – это не игрушка и уж точно не еда! О, это натолкнуло меня на идею! Достанем помаду из тюбика с помощью вилки. Теперь растопим этот красный шоколад и зальем его в пустой тюбик. Готово! Не плачь, детка! Вот тебе особая помада! У-у-у, моя личная косметика! Эту помаду можно даже есть! М-м-м, да чего вкусно! Обожаю эту помаду! Спасибо, мамочка! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! А? Ничего себе! Что здесь происходит? А, дорогуша, ты устроила такой беспорядок! Что ты делаешь? Привет, мам! О, где ты нашла всю эту гадость? Ты так измазала свое чудесное личико! Теперь у тебя прыщи! Разве это дело? Погляди, на что похожа твоя кожа! О, глазам не верю! Я их только коснулась! Как это случилось? Гадость! Ну, все, с этим надо что-то делать. Я забираю весь этот мусор. Нет, мам, это мои любимые. Гляди, золотко, вот полезные фрукты. Теперь можно наконец-то вернуться к книге. Фрукты? Противно. Она меня видит? Нет, кажется, отвлеклась. Это мой шанс. А? Мам, что ты делаешь? Ничего, милая, просто читаю книжку. Окей, а я рисую наш дом. Упс, уронила цветные карандаши. Прости, мам. Не беда, я их сейчас подниму. Вот так, поставим на место. О, у меня есть крутая идея. Вставлю сюда банку газировки. Теперь я могу пить через соломинку, и никто не заметит. Ла-ла-ла-ла-ла, а? Мам, что ты делаешь? Просто поправляю твои карандаши. Ну ладно. Вот так. Это будет милая маленькая вечеринка. Все так симпатично украшено. Расставлю-ка получше эти стаканы. Привет, мам. О, чипсы и газировка. Супер. Есть хочется. О, в холодильнике есть шоколад. Минутку. Что это? Похоже, записка. О, батончик для вечеринки. Ну как же так? Придется найти что-то другое. О, и это тоже для вечеринки. Даже этот джем? Может, хоть яйцо? Нет. Яйцо-то зачем на вечеринке? Все содержимое холодильника нельзя трогать. Минуту. Тут есть пицца, и на ней нет стикера. Отлично. Я очень люблю пиццу. Уверена, будет обалденно вкусно. Ух ты. Столько пепперони, а? Нет. Это пицца для вечеринки. Но, мам... Пожалуйста, я есть хочу. О, я умру от голода. Она там болтает по телефону. Хм, она не видит. Отрежу себе кусочек. Всего один, никто и не заметит. Сначала делаем так, а потом вот так. Разрежем корочку. Да чего здорово пахнет. И теперь разрежем так. Прекрасно. Наконец можно поесть. Да, классная пицца. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. И еще один кусок. Уверена, он будет еще вкуснее первого. О-оу! Мама сейчас меня увидит. А, она идет сюда. Быстро нужно сложить половинки. Дорогая, что ты там делаешь с пиццей? Просто нарезаю ее для вечеринки. О, спасибо. Умничка. Да, я получила отчет о расходах, которые вы прислали. Это вы съели все листья, мистер Жираф. Они были для меня. А? У мамы сладкий батончик. Мам, мамуля, можно мне немножко? Да, вы правы, эти цифры не сходятся. Эх, промахнулась. Постой, батончик, я пытаюсь тебя укусить. Сейчас точно откушу. Ух, какой хитрый батончик. Ну, держись. О, промахнулась. Привет, мам! О, лапша! Обожаю лапшу! Смотрится аппетитно! Мам! Мам! Можно я возьму? Пожалуйста! О, конечно, милая! Я как раз нагреваю воду!
Готово. Теперь дадим чуть-чуть постоять. Эй, кажется, готово. Пора есть. Ам-ням-ням-ням. Ай! О, как горячо. Мам, лапша слишком горячая. Я обожглась. О, это поможет. Берем лист бумаги и приклеиваем скотчем к столу. Прямо посередине, вот так. А теперь дотянем до пола. Помоги мне, нога. Отлично. Можно охладить лапшу без помощи рук. Вау, мама, ты такая умная. Лапша охладилась. Можно ее есть. Просто вкуснятина. Пальчики оближешь. Чудесно, дорогуша. Я рада, что ты... А, поверить не могу. Я ее слишком сильно охладила. Она замерзла. А, доченька. Я точно перестаралась. Ты моя лучшая подруга, Пинки. Апчхи! Солнышко, вот тебе лекарство от простуды. Сейчас измерим температуру. Это должно сбить жар. Шири ротик. А? Что? Лекарство? Ну уж нет, не хочу. Оно противное. Она бывает такой упрямой. Микстура горькая. О, ну конечно, это классная идея. Кладем телефон и приклеиваем кусок двустороннего скотча. Окей, теперь найду один из ее любимых роликов. Это подойдет идеально. А сейчас я приклею телефон к своему лбу. Золотко, золотко. А? Оу, мой любимый ролик. Так люблю этот канал. Она полностью занята роликом. Использую этот момент. Да, хорошо. Продолжай смотреть видео. Еще немножко лекарства. Что? А, нет. О, прямо на мое лицо и телефон. Она нам пыталась дать микстуру. Извини, мам. Обожаю конфеты. А эти лучше всего. Да, поймала прямо в рот. Дорогая, вот твой обед. Я сделала то, что ты любишь. Макароны. Нет, не хочу макароны. Хочу конфетки на обед. Милая, так нельзя. Много сладкого вредно. Ну же, дай их сюда. Я сказала, отдай. О, теперь конфеты повсюду. О, ты рассыпала мои конфеты. О, постойте, я знаю, что делать. Сперва вскипятим воду. Также мне нужен пищевой краситель. Начну с зеленого цвета. Вот так, достаточно. Теперь добавим воду в макароны. Проварим их как следует, чтобы они стали мягкими и нежными. Моей девочке так больше нравится. Окей, посмотрим. Нужно чуть-чуть помешать. Вуаля! Получились яркие зеленые макароны. Добавим их к макаронам других цветов. Милая, не плачь. Гляди, что я сделала. У-у-у, синие макароны. И оранжевые. Вау, а вот и зеленые. Как аппетитно. Ням-ням. Вкуснятина. Не хуже конфет. Розовые. Это мой любимый цвет. Поймаю их ртом. А? Куда делись мои макарошки? Хм. Солнышко, ты мне ничего не хочешь сказать? Мне нужно больше жвачки, чтобы завершить рисунок. Надую-ка пузырь. Хе-хе, он лопнул у меня на губах. Жвачка, это прикольно. И рисование тоже. Дорогая, мамочка хочет почитать. Может, не будешь пока шуметь? Это будет мой лучший рисунок. Милая, что я тебе сказала насчет пузырей? Ну, хватит, выплюнь это, пока обойдешься без жвачки. Клянусь, она меня до сердечного приступа доведет. Мама бывает такой вредной. Я не могу рисовать без жвачки. А? О, вот липкая лента. Я знаю, что делать. Открываем футляр и вынимаем скотч. Теперь достаем жвачку из ее футляра. Класс, идеально подходит. Закрываем. Вау, разве я не гений? Надую свежий пузырь, чтобы это отметить. Ого, он будет большой. О, да что ж такое? Милая, отдай мне жвачку немедленно. Но у меня нет никакой жвачки. Ты все забрала. Неужели? И правда не видно. Мне уже мерещится. Хорошо, рисуй на здоровье. Ага, мам. Теперь я смогу наслаждаться жвачкой.
А какие сладости ваши любимые? Напишите в комментариях. Не забудьте поделиться видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новинок.